Всего месяц назад состоялось первое знакомство с участниками проекта «Первая ступень», а уже сегодня ребята выступают на сцене и соревнуются в первом отборочном туре. Исполнительское и актерское мастерство конкурсантов оценивает компетентное жюри. Задача исполнителей – набрать максимальное количество баллов. Звонкими голосами и яркими выступлениями конкурсанты радуют не только членов жюри, но и зрителей. Ведь именно болельщики имеют право голоса оставить на проекте одного из участников. Первая обида, первая печаль. Где ты, кукла Лида? Нет тебя, а жаль. Я решила участвовать в этом проекте, потому что здесь есть шанс проявить себя. При подведении итогов не обошлось без слез участников. Кому-то повезло чуть больше, кому-то меньше. Те, кто перешел во второй тур, будут готовиться к следующему этапу и продолжат свой путь к вершинам славы.